Доброе утро. Сегодня прекрасная погода и прекрасное утро. Утро у меня сегодня началось с того, что мне на почту пришли фотографии наши, где мы фотографировались в хамбоке. И их так много на самом деле. И фотограф даже прислал все фотографии. Во-первых, не отредактированные, то, что, ну вот, оригинал, их 202 фотографии. И отредактировал 34 фотографии. Так что мы уже с утра с Янсабом меняли заставки на телефоне, смотрели что, куда. В общем, все быстренько меняли. Я поменяла заставку еще в какао-токе и начинаю потихоньку выкладывать фотографии в Инстаграм. Так что держитесь, фотографий будет много. Ну, они действительно очень хорошие. А сейчас я иду на встречу с подписчицей, и мы немножечко погуляем по Мендону, и думаю, что там же и покушаем, потому что я еще не завтракала и не обедала. Я уже иду домой с подарками. Это я купила немножечко там себе ремень и топик. И это, смотрите, целый пакет подарков. Да, вам покажу, как всегда, что там внутри. Просто обалдеть. Спасибо, спасибо огромное. Так, я пришла домой, сделала все дела. Уже потемнело за окном. Я уже даже поставила грузиться видео. Ой, тарелку нужно убрать. Это Янсоб тут мороженое кушал. Так, сейчас я поставлю, потом уберу. И давайте посмотрим подарки. Так, начнем с того, что я купила в магазине. Если вам это интересно. Ну так, сейчас мне еще и не открыть. Залепили просто намертво. Значит, ремешок. Вот такой вот. Платьицам, к штанам, такой белый ремень. И я купила спортивный топик. Такой вот спортивный топик. Либо спортом заниматься, либо дома в нем ходить. Такой вот он очень достаточно плотный. Мне нравится. Хороший. С резинкой, с хорошей. Очень понравился. Так, это я купила в магазине. И сейчас посмотрим с вами подарки. Я сама еще особо не видела, так только заглянула, когда мне вручили. Одарили меня подарками прям. Обалдеть. Я прям даже не знаю. Так много. Ой. Так, давайте смотреть. Так, начнем с сухариков. О, в гренке. Пряники. Ого! Прям огромная одна большая. Вторая большая. Янсобу есть не переесть. Ничего себе. Одни мятные, одни ванильные. Ого! Так. Дальше здесь рамен. Рамен для сравнения. Так, это простой, я его видела в Оке, а вот этот вот я на самом деле не видела в Питер, когда мы ездили, острый. Надо будет сделать, взять корейский рамен и сравнить остроту. И этот сравним, сделаем видео сравнение. Так, так, что у нас тут еще? Это шоколадки, шоколадки. Ого, с ананасом. Первый раз такие вижу. Столько шоколадок стало интересных. О, Милка. У меня, кстати, шоколадки, которые мне тогда подарили, они уже почти закончились. Одна осталась. Я уплела шоколадки только так. О, Альпенгольд. Я вот эту шоколадку очень люблю. Я ее часто ела в университете. Милка еще вкусная. Так, что тут еще? Еще сухарики. И чай. И чай. Спасибо большое за такие вкуснятинки. Я знаю, что это нелегко вести подарки. Тем более так далеко, боясь, что что-нибудь сломается, что-нибудь испортится. Поэтому огромное-огромное большое спасибо за такой труд довести. Это всегда так приятно получать подарки из России. Тормозный. И мемгоя. Уже чего бы не мог подти.
초콜릿. 초콜릿. 너가 어, 좋아하는. 아, 나는 이거 싫어. 응, 너 이거 좋아하잖아. 이게 내 거. 아, 소시지 맛이야. 어, 티도 감사히 먹겠습니다. 이게 한국 매운 라면이랑 같이 비교하자. 그래. 재밌을 것 같아. 그래도 안 되지 않을까? 뭐가 안 돼? 한국 게 더 맵지 않을까 싶다. 그쵸. 근데 이거 얼마나 매운지는 궁금해. 기대는 된다. 어. 맛있을 것 같아. 감사합니다. Уже у нас вечер, даже я бы сказала ночь. Уже пол первого ночи, и мы потихонечку уже ложимся спать. Тапаса? Да. Кнаса? Да. Арата. На чем маны яки ако? Ольке? Анде. Вы анде? Мы пугу сипунка. Чем манки даря? Вот. И сегодня тоже день прошел очень быстро. В последнее время я хоть и не работаю, но делал очень много того, что хотелось бы сделать очень много. В общем, относительно работы я пока что не стала ничего искать в плане подработки, потому что я решила, что я хочу попробовать воплотить в жизнь те идеи, которые у меня есть. Я хочу попробовать наконец-таки сделать то, что я постоянно откладывала на потом из-за нехватки времени. Поэтому сейчас у меня запланировано очень много видео, которые я хочу снять у вас. У меня на самом деле столько информации, которую я хочу вам донести. Ее просто нужно обработать, ее нужно красиво оформить и сделать это. Я, конечно, на самом деле отчасти иногда впадаю в такую полудепрессию, потому что я на самом деле каждый день думаю о том, как улучшить картинку, как улучшить звук, что я могу сделать, что в моих силах, как сделать для вас контент более интересным, полезным, как расформировать, чтобы все было доступно. Я хочу сделать свой YouTube-канал более познавательным, интересным, и чтобы каждый мог найти для себя что-то полезное, потому что идей много, то, что я хочу реализовать, много, времени всегда не хватает. И вот пока что за счет того, что у меня закончилась работа, сейчас времени стало чуть больше. Также у меня назревает еще один проект, который пока что не буду рассказывать, потому что просто еще с ним ничего не понятно, еще вилами по воде писано. Поэтому так. На самом деле, думала, времени будет больше после того, как закончится работа, но дел хватает, и по дому дел хватает. Тут же появилась такое домашняя такая бытовуха в плане том, что встаешь утром и понимаешь, а что поделаю, по дому всегда есть что сделать. Закончил одно, думаешь, так, нет, надо еще вот это сделать, вот то и другое. В доме реально всегда есть что сделать. И у меня в последнее время даже появилась какая-то жадность относительно порядка в доме. Я понимаю, что того порядка, который сейчас мне недостаточно, мне нужен еще больший порядок. Но я себя так стараюсь тормозить в этом плане, не сходить с ума. Так что вот так. Я погружена сейчас в идеи, в задачи. Надеюсь, все будет отлично. От вас я прошу только поддержки, потому что, естественно, ваша поддержка мне греет душу. И обязательно пишите всегда тоже в комментарии, что вам интересно, чтобы я знала, какие темы вам снимать, какие направления делать уклон, что улучшить. Я всегда рада здоровой критике для того, чтобы понимать, как лучше развиваться и как лучше делать для вас. Также я планирую сейчас, раз у меня нету какого-то стабильного графика, я думаю о том, чтобы пойти поучиться на права и сдать экзамен на права. Единственное, что я думала сначала пойти от интернациональ... Нет, не интернациональный, по-моему, называется. Тамонгазенто, то есть центр для интернациональных, по-моему, все-таки интернациональных семей. И они предоставляют курсы для обучения на водительские права. Но у них набор уже закончился, и следующий набор, когда будет, непонятно, поэтому Инзо предложил, говорит, давай пойдешь просто в простую
школу, как и он заканчивал. Вот, поэтому не знаю, если я действительно решу в ближайшее время пойти сдавать, не сдавать, а сначала учиться на права, учиться вождению, то я буду держать вас в курсе обязательно. Я всегда стараюсь делиться с вами самым-самым интересным из нашей жизни. Я сама очень волнуюсь, не знаю, мы еще пока что не узнавали, пока что это только в мыслях. Мне кажется, это будет очень интересный опыт, поэтому, да, наверное, стоит попробовать узнать, что, как, и я буду потом держать вас в курсе. Все, меня Юнсоп там уже заждался, пока я тут с вами болтаю, так что я пошла спать, мы пошли спать. Всем спокойной ночи, вас очень люблю.